Технический университет посетили депутаты Государственной Думы Российской Федерации Валерий Бузилов и Алексей Загребин. Главная цель визита – знакомство с новым составом ректората и корпусом деканов ИжГТУ имени Калашникова. Перед началом встречи гости ознакомились с уникальными экспонатами музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия. Последующий диалог носил неформальный характер и был посвящен вопросам популяризации инженерных профессий. У нас очень серьезные конкуренты. Это и казанские вузы, это и пермские вузы, это и те вузы, которые мы привыкли называть столичными. И когда начинаешь сопоставлять расходы, которые на одного студента у нас вот цифры, и видишь расходы московских, даже подмосковных вузов, питерских, это цифры несопоставимые. Поэтому, естественно, уровень оборудования, тех лабораторий, которые мы видим там, к этому надо стремиться. В спорткомплексе ИжГТУ прошел волейбольный праздник, посвященный круглой дате – началу 30-го сезона участия наших спортсменов в чемпионатах СССР и России. В нашем университете спорт занимает самое важное, наверное, место после процесса обучения. Дорогие друзья, 30 лет – это замечательная дата. Я вас поздравляю с этим праздником, желаю здоровья и ярких побед. Спасибо вам. В этот раз на площадке встретились давние соперники – выпускники ИМИ ИжГТУ и команды правительства Удмуртской республики. В команде правительства в нападении выделяется руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии – генерал-лейтенант юстиции, президент Федерации волейбола республики Владимир Никешкин.